Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Жена знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина показала его свежие фотографии. Поклонники расстроились, увидев, как сдал кутюрье. На фото звезда запечатлена за прекрасно сервированным столом. Завтрак, который я приготовила для Валентина, любимое блюдо Клода Моне. Может, станет и нашим, написала Марина Юдашкина. Внешний вид модельера шокировал россиян. Кажется, за время карантина 56-летний дизайнер совсем усох. Лицо кутюрье вытянулось и заострилось. Поклонники решили, что Валентин Юдашкин все еще борется с онкологией. Недавно кутюрье появился в эфире шоу «Пусть говорят». Выпуск был посвящен пандемии коронавируса. Юдашкин отметил, что в самоизоляции не скучает. У него много работы. «Для меня это время и подумать, и решить какие-то вещи на перспективу», пояснил дизайнер. О том, что у модельера рак, стало известно несколько лет назад. В 2016 году он впервые пропустил показ на неделе моды в Париже из-за операции на почке. Позже Валентин Юдашкин подтвердил свой страшный диагноз, но заверил, что болезнь вошла в стадию ремиссии. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.